Виктория уже третий раз принимает участие в туристическом проекте «Моя Россия». И сегодня она вместе с другими школьниками из Республики Хакасия побывала в музее августейших покровителей российского общества Красного Креста, владельцев имения Ильинское-Усово. Ребятам в доступной форме рассказали об истории императорского имения, о российском обществе Красного Креста, а также о всесословном движении «Сестер Милосердия». Очень, все сделано красиво, все рассказывают, повторяешь, запоминаешь еще раз, все. Девятый класс, как раз будут все знания повторяться. У меня начало как ездить, у меня начали лучшие оценки по истории, у меня 5-ка. Из-за этого все очень, всегда соглашаюсь, ездию, из-за этого очень нравится. «Моя Россия» — это уникальный проект, который дает возможность для школьников, в том числе и самых далеких уголков России, побывать в других городах и прикоснуться к культуре и истории народов России. Сегодня в рамках проекта «Императорский маршрут» 40 школьников из Хакасии поближе познакомились с великими историческими личностями. Также они смогли вживую увидеть свыше 400 предметов, фотографий, документов и артефактов, в том числе обнаруженных во время реставрационных работ. Гораздо проще воспринимать историю через личность, да? И императорский маршрут – это именно возможность передать историю не только через события, но и через выдающиеся личности, да? Через представителей императорского дома Романовых, многие из которых были выдающимися благотворителями, покровителями науки, искусства. В ходе 4-дневного путешествия по императорскому маршруту, разработанного при научном руководстве фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, участники проекта посетят в Москве палаты бояр Романовых, Кремль, Успенский собор, Государственный исторический музей, парк Зарядье и многие другие исторически значимые места столицы и Подмосковья. Конечно, в течение 3-4-дневной поездки мы не можем рассказать все, но мы ребенка пробуждаем, и у него интерес к этому пласту знаний, да? А поскольку по программе «Моя Россия» все-таки едут детки, которые интересуются историей, то они легче усваивают материал. С 2018 года по императорскому маршруту проехали уже более 5000 школьников. В этом году в проекте примут участие 1320 детей из 30 регионов России. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».